Всем привет! В этом видео вы узнаете расписание выхода новых персонажей 2024 года со всеми датами обновлений. Всем приятного просмотра! На обновлении 4.5, которое выйдет 13 марта, уже официально была анонсирована теория – пятизвездочная геоодноручница. Поэтому мы движемся далее. Напоминаю, что в расписании еще могут быть изменения, так что будьте осторожны. Итак, обновление 4.6 выйдет 24 апреля. В нем нам обещают релиз Арлекина. Ее механики уже находятся в разработке. У нее пироэлемент, присутствует переключение стойки на парные клинки, а в анимациях есть изменения одежды. Как я понимаю, это снятие жакета, но возможно будет что-то еще. И, вероятно, в этом же обновлении она станет новым еженедельным боссом. Как это произошло с Тарталией, Сеньорой и Странником. А уже 1 марта в моем телеграме будут опубликованы промокоды на 300 примагемов. Ссылка в описании. Обновление 4.7 выйдет 5 июня. В нем ожидается целых два новых пятизвездочных персонажа. Это Кларинда и Сиджвин. Хотя, кто-то из них может перейти в разряд четырехзвездочных. Пока что непонятно. Кларинда официальная электрооднорочница. А вот Сиджвин, возможно, будет гидролуч. Кларинда будет шикарным электроаппликатором и хорошо играет в отряде перегрузки с Арлекином. Обновление 4.8 выйдет 17 июля. В нем нас ожидает какая-то временная летняя локация по типу архипелага или миража Виория. А это самое время выпустить игровую парфюмерную ведьму Эмилию. Она владелица парфюмерной лавки в Фонтейне, которая пользуется большой популярностью среди городских модниц. Концептов у нее нереально много. Персонаж сюжетно очень важный, а финальный дизайн все еще не известен. Напишите в комментариях, кого вы ждете из перечисленных персонажей. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!